Привет, Евгений Петросян! И все-все-все! Пусть улыбается экран! И все-все-все! Кто хочет с толком пошутить, мы можем гостем пригласить, и сразу станет легче жить! По крайней мере, веселей, и, может, чуточку смешней! И пусть Евгений Петросян и все-все-все к вам не присядут на диван, но все-все-все со всей открытой душой сейчас для вас покажут шоу. Надеюсь на успех большой. Дамы и господа, Евгений Петросян! Спасибо. Благодарю. Таков закон. Все лучшее в тумане, а близкое иль больно, иль смешно. Не миновать нам двойственной сей грани, из смеха звонкого, из глухих рыданий созвучие вселенной создано. Звучи же смех свободную волною, негодование не стоит наши дни. Ты, муза бедная, над смутной стезею, явись хоть раз с улыбкой молодою, и злую жизнь насмешкою не злою, хотя на миг один угомони. В эфире Петросян Шоу! Британские ученые доказали, что по эмоциональным перегрузкам на третьем месте стоит профессия актера. На втором месте профессия шахтера. На первом – космонавта. Но все эти исследования проводились еще до того, как появилась на свет профессия семейного психолога. Раннее утро. Давайте, кто там следующий? Вы по записи? По необходимости. Ну, присаживайтесь. Он постоит. А почему вы за него решаете? Ничего я за него не решаю. Стоять! Ну, можно он уже сядет? Представьтесь, пожалуйста. Авдотья. Авдотья и? Им скажи. Сережа. Видимо, Сергей. Сергей. Вот. Только имя нужно произносить с достоинством. Сергей. 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 Давайте. Сергей. Сергей. Сережа. Садитесь, Сережа. Значит, я вам могу сказать, что на первый взгляд, мне кажется, что в вашей паре присутствует некое доминирование одного индивида над другим. Вы правы, доктор. Вы совершенно правы. Вот. Он доминирует надо мной. Он забьется в угол и доминирует. Сидит оттуда и на меня глазами своими лупает и доминирует. Чё он на меня доминирует? Говорю тебе, чё ты на меня доминируешь? Я ему говорю, ты не доминируй, рот закрой, а он доминирует.
же вы молчите, Сережа? Спасите! Простите, что? Полностью согласен с моей супругой. Полностью. Да, полностью. Давайте сейчас с вами... О, Боже. Давайте попытаемся сейчас с вами поменять, так сказать, полюса. Поменять акценты. Знаете, ну как... Поменяемся ролями, ну как в театре. Вы бывали в театре? Нет. Только в цирке. Это ты с кем в цирке был? Я там работаю, дорогая. Давайте представим себе, что вы красная шапочка, а вы серый волк. Вот вам пенек, скажем. Кто я? Маленькая красная шапочка. Беззащитная девочка, которая идет по лесу. Я красная шапочка. Вы красная шапочка. Вот. Я красная шапочка. Идите, присаживайтесь. Вот это. Ля-ля-ля. Да. Ля-ля-ля-ля. Да. 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 Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Шапочка говорит, сяду на пенек, да? Сяду на пенек, ем пирожок. Хорошо. А вы серый волк. Огромный, злой, серый. Вы серый волк. Серый волк. Вы огромный, злой, серый волк. Серый волчара, гегемон в лесу. Спокойно, Сережа, спокойно. Давайте поменяемся. Встаньте, пожалуйста, дама. Посадите Сережу. Вот, хорошо, хорошо. Спокойнее, спокойно. Давайте сыграем в такую игру. Вы начальник, вы строгий начальник. А это ваша секретарша, которая вовремя не сдала отчет. Ну-ка, давайте отчитайте-ка нам секретаршу так. Лена, а почему ты не сдала отчет? Потому что я не Лена! Что там у тебя за Лена такая? Секретарша! Откуда ты, с кем работаешь такой в цирке, что тебя секретаршу завел, а? Я не виноват! Это все доктор предложил! Я там работаю, дорогая, всего лишь обычным дрессировщиком тигров! Давайте так. Отелло и Дездемона. Отелло и Дездемона. Давайте. Молился ли ты на ночь, Отелло? Сидеть место! Женщина, я вас очень прошу, оставьте нас сейчас наедине с мужчиной. С кем? С Сережей. Спокойнее, Сережа. Сережа, спокойнее, здесь все свои. Спокойно. Вот вам мой вердикт.
Сергей. Давайте вместе. Хорошо. Нифига это не помогает, врут китайцы. Слушайте, короче так, бегите от нее. Либо она вас сожрет, либо она вас сожрет с потрохами. Другого выхода просто нет. Вот так. Куда, вот. Доктор? Да и потом, люблю я ее. Что вы ее? Люблю. За что? Любит не за что, любит вопреки. Дуня! Дуняша! Дуня! Лёнечка, давай следующую пару. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте. Да нет, доктор, я лучше покажу. Ну, показывайте, по-моему, все прекрасно. Да? Конечно. А вот, смотрите, доктор. Вижу. Видите, вот. Все замечательно. Замечательно, да? Вот это замечательно. Я вас поздравляю. Вот это за... А вы скажите ей, доктор, не куплю. Ну, давайте, давайте, скажите ей, не куплю. Ну, я не собирался ничего покупать. А не надо ничего собираться. Вы просто скажите ей, не куплю. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Не куплю. А вот теперь скажите ей, приготовь поесть. Приготовь поесть. А, есть мясо, кухарка. Каждый день тебя готовить. Вот я забросила, пошла к ведению, тебе не кухарка. Каждый день тебя готовить. Ну что, все время? Я тебе что? А как вы с этим боретесь? Я к вам за этим пришел. Как это остановить? Как выключить ее? Я не знаю, где у нее кнопка. Вы можете первоначальное состояние вернуть как-нибудь. Я попробую. Давайте. Шуба! Тяжелый случай. Тяжелый случай, конечно. Я бы к вам пришел по-другому. А давайте ее перезагрузим, а? Как? А давайте по очереди. Так, по очереди что? За мной. Ага, ну-ка. Так. Не куплю! Ты меня не любишь! Поесть! Шуба! Не куплю! 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 Поесть! Шуба! Стоп! Пойдем, пойдем, любимая. Спасибо, доктор. Это наша работа. Давай пару следующую мне, давай. Доктор, добрый день, помогите нам. Ну, рассказывайте. Понимаете, дело в том, что зайка на меня обиделся. Ай-яй-яй.
Он уже не разговаривает со мной 3 дня. Какой ужас. Наверное, уже он и не ест ничего, да? Вполне может быть. Что мне делать, зайка, доктор? Я так больше не могу. У меня сердце слезами обливается. А вы никогда не задумывались, почему, может быть... Задумывалась. Ну? Я его обманывала. А может быть, это все потому, что он просто... Доктор, это все из-за Мишки. У нас еще и Мишка есть. Прямо какая-то плюшевая Санта-Барбара получается. Когда зайка узнал про Мишку, он ужасно расстроился. И я пообещала, что этого больше не повторится. Ага, рискую предположить, что однажды вы просто, так сказать, взяли к себе в кроватку вместо зайки Мишку, да? Да. Тогда давайте их подружим. Зайку и Мишку. А вы будете вместе пить чай из кукольного сервиза. Вы с ума сошли, доктор? Зайка убьет Мишку. А где сейчас Мишка? В машине. Подождите, ну а как же вы тогда к нему с зайкой спуститесь, если он его убьет? Зайка на работе. А это у нас кто? Заяц. Мне его Мишка только что подарил. Что-то я не совсем понимаю. Ну, зайка — это мой муж. Он сейчас на работе. А Мишка? Мишка — это мой бойфренд. Значит, вы у нас это... А я думал, вы это... Уху. Сами вы уху, доктор. Не доктор, а черт знает что. Ладно, давайте следующую пару. Почему-то я так и думал, что этим все кончится. Здравствуйте. Вы можете ничего не говорить. Все, в общем, и так красноречивее всяких слов. Можете быть полностью уверены, что вот то, что сейчас между вами, оно, так сказать, так между вами и останется. Существует такое понятие, как врачебная тайна. Я давал клятвы. Можете быть полностью уверены, что об этом никто никогда не узнает. Вот. Ну, так сказать, вы... Видно, что ваша дружба, она, так сказать, скреплена временем. Вот, что вы вместе не первый день. Вот. Вот так и несите вашу дружбу дальше, смело, гордо. Не обращайте внимания на осуждающее вас общество. Просто любите друг друга и будьте счастливы. Вот. Ну, хорошо. Мы, правда, никогда об этом не думали. Ну, все равно спасибо. А теперь давайте ближе к делу. В каком смысле к делу? Ну, шкаф куда ставить? Мы шкаф привезли. Вы заказывали? Я обратно вниз его не потащу. Он у вас где стоит? Ну, в коридоре. Вот так, в коридоре и оставьте, пусть стоит. Ну, хорошо. До свидания. Давайте следующую пару. Если я правильно понимаю, рэпер и оперная певица? Господи, что же вас связало-то вместе? Где же вас угораздило-то познакомиться? Рассказывайте. Красноречиво. Эй, мэм, это моя леди. Мы ехали сюда типа на велосипеде.
Да, это крош, княжный анкелок. Но только в моем рэпе она не видит толк, ё. Доктор, помогите, наш союз спасите, моего любимого от рэпа отучите. Ну? Слышь, мэн, рэп — это сила. Ты слышал, как она сейчас гласила? А я ее люблю. Такие, брат, дела. Но оперные звуки сведут меня с ума. Опера прекрасна, спорить нам опасно. Как же быть мне с вами? Наш союз на грани. Взрыва! Так, ну-ка дай нам до. До. Давайте вместе. До. Не, отнимайте, ма. Я доктор. До. Давайте. До. До. О, не все потеряно. Ре. Ре. Мы ближе к опере. Ми. Чуть ноту потяни. Фа. Так возятся с детьми. Соль. У него талант. Ля. Он классный музыкант. Си. Ну вот сложилось все, и мы вернулись к ноте до. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. А, да, классная телега. Ты реально крут, я это раньше знала. Как тебя увидела, поняла, запала. Только своим рэпом не разрушай мечту. Знаешь, дорогой, я так тебя люблю. А может хорошо, что мы такие разные. Именно поэтому будет вместе классно. Нам не случайно эту тему исполняют столько лет половецким девушкам. Респект. Вы довольно странные вещи говорите. Ему, значит, тяните, а мне не тяните. Ладно, я попробую петь немного проще. И немного резче, и немного жестче. Да, ноги полусогнуты, руки в небеса. Как будто обезьян, но ужалила оса. Ломанные ритмы нравятся мне. Какой реальный кайф и в ногах, и в спине. Почувствуй этот бит, в моих висках стучит. То ли колбаси, то ли колбасит. Мы дети улиц, особое братство. К нам не подходи, тебя заставим бояться. Наглые акулы, голодные пираньи. Спасибо вам, доктор. Давай, до свидания. Важнее всего погода в доме, а остальное ерунда. Он и она. А все, что кроме, легко исправить с помощью меня, психолога. Чего только не происходит в нашей с вами жизни. А я любопытствую. У меня ушки все время на макушке. Люблю понаблюдать. На пешеходном переходе старая бабушка с палочкой медленно шла через дорогу по зебре. Водитель крутого джипа нетерпеливо ждал.
Когда же бабуся доковыляет до тротуара, не выдержал, закричал: «Бабуся, нельзя ли побыстрее?» Бабка ему сказала: «Милок, если я чуть-чуть еще прибавлю, то передо мной станет вопрос, есть ли жизнь после бордюра?» Тогда водитель разозлился, вылез из машины, поднял бабку и понес через дорогу. Бабка положила ему руку на плечо и прошептала: «А может, сразу в ЗАГС?» Случаи. А за ними виден характер, привычки, жизненный настрой. За юмором все видно. У входа в магазин стояла расстроенная бабулька, с трудом держась за свои ходунки. Вокруг нее собралось несколько человек. «Бабушка, в чем дело? Что случилось?» «Да вот, взяла 100 рублей дома. Хотела хлебушка, молока купить, да потеряла. Не знаю теперь, что делать». Ее все стали успокаивать: «Не волнуйтесь, бабушка, деньги – это не главное, деньги – это не главное». И вдруг все собравшиеся увидели, как ветер гонит по тротуару 5000-ную купюру. Все тут же позабыли про бабку и погнали за этой купюрой. И каково ж было их удивление, когда, ловко орудуя ходунками, их обогнала бабка. Ловко схватила купюру и прокричала: «Деньги – это не главное, но пусть будут!» Бабульки и дедульки не унывают, приспосабливаются. Дай Бог им здоровья. А в рыбном отделе дед подходит к прилавку и говорит продавщице: «Дочка, что ты мне посоветуешь?» Она ему радостно говорит: «Вот, дедушка, есть креветки королевские, тунец горячего коптения, стерлядочка, семушка, балычок осетровый, черная икорочка, красная икорочка». Дед ее обрывает: «Все, дочка, спасибо, пошла слюна!» «Наелся до отвала! Пойду домой, пирожок съем и на боковую». Этого деда, который иронизирует над жизнью, не сломить. А сколько ж обаяния у наших дедушек и бабушек. На вокзале одна зовет: «Насильник! Насильник!» «Бабушка, я не насильник, я насильщик, а все равно потаскун». Ситуашки-наблюдашки. Бабушка села в автобус дальнего следования и попросила водителя: «Милок, скажешь мне, когда будет Решетиловка?» «Конечно, бабусь». Проехали 2 часа. Водитель забыл о просьбе бабушки. «Сынок, скоро ли Решетиловка?» «Ну, поскольку добрый шофер давно проехал Решетиловку, он чертыхнулся и сказал: „Сейчас, бабусь, будет тебе Решетиловка“». Развернулся и поехал обратно 40 километров. «Выходи, бабусь, вот твоя Решетиловка». «А мне не надо здесь выходить, мне просто дочка велела на этой остановке выпить вот эту таблетку». Но главное место моих наблюдашек – это лавочки у подъезда. Сидит бабулька на лавочке, она знает больше, чем Сноуден, про всех. Мимо нее проходит соседская девушка.
Здравствуйте, Вера Степановна. Ой, здравствуй, Танечка, Танюшечка. Здравствуй, милый, как живешь, касаточка? Хорошо живу, Вера Степановна. А кем работаешь? Бухгалтером. Вот умница, разумница. Девушка отходит, а бабушка бормочет себе под нос. Вот проститутка. Смотри, как накрасилась, а? Идет другая девушка. Здравствуй, Вера Степановна. Здравствуй, Олечка, красавица. Как живешь, деточка, конфетка? Хорошо живу, Вера Степановна. А кем работаешь, куколка? Кем работаешь, куколка ты моя? Продавцом работаю. Вот девчонка молодчинка. Девушка проходит, а бабка по своей схеме бормочет себе под нос. Вот проститутка. Вот срамную юбку нацепила. Вот распустилась молодежь, понимаешь. Идет очередная соседская девушка. Здравствуй, Вера Степановна. Как живешь, деточка-конфеточка? Хорошо живу. А кем работаешь? Проститутка. Бабка открывает рот на следующей фразе и зависает. Слышно только, как у нее в голове рвется логическая схема. То есть рот открыла, а речевые функции не срабатывают. Глаз задергался, сидит, как подбитый терминатор. Мозг не работает даже по резервной схеме. А Светочка, улыбаясь, говорит: вот подучусь, Вера Степановна, хочу поступить на валютную проститутку. Веру Степановну отвезли в больницу с диагнозом. Да, левосторонний загиб мозга. Ой, на базаре люблю еще понаблюдать. Тоже мой пост там есть. Там у меня много наблюдашек есть. Вот одна такая. Сидят рядом два мужичка. Толстый, совсем толстый, и худой. Торгуют одинаковой картошкой. Парадокс. Цена одинаковая, у толстого берут, а у худого нет. Вот схема такая. Подходит к толстому покупатель. Картошка курская, курская. Разваривается, разваривается, покупает, уходит. Подходит другой. Картошка брянская, брянская. Вкусная, вкусная. Покупает, уходит. Подходит третий. Картошка ростовская, ростовская. Без ГМО, без ГМО. Покупает, уходит. Еще один хитрый подходит. Картошка ростовская, курская или брянская? Толстый продавец и глазом не моргнул, сказал: картошка выращена на границе Курской, Брянской и Ростовской областей. Покупатель берет 5 кило картошки и уходит. Сидящий рядом этот худой продавец толстому замечает: а знаешь ли ты, что нет общей границы между Ростовской и Курской областями? Толстый продавец считает пачку денег и говорит: хорошо, я учту. Если ко мне подойдет географ, я его пошлю к тебе. И тут же на базаре бабулька общается с продавцом. Это ж какая самоирония у нее. Человек, который умеет посмеяться над собой, сильный человек. Она спрашивает: сынок, рыбка-то у тебя свежая, бабуся? Так ведь она живая. Ну и что? Я вот тоже живая. Вот такие ситуашки-наблюдашки. Одно могу сказать. Людей
с таким чувством юмора одолеть невозможно. Как можно одолеть людей, которые собираются толпой вокруг сапера, чтобы просто посмотреть, рванет или нет? И еще советы дают. Возьми вот за тот провод, попробуй. Так что, господа иностранцы, как говорится, не дождетесь. В нашей программе и новые имена. Запомните это имя. Я думаю, что мы с ним не скоро расстанемся. Дмитрий Кузеняткин. Самое прекрасное, что есть на свете, это музыка. Слушайтесь в эти чарующие звуки. Вы знаете, что такое битбокс? Битбокс – это искусство имитировать своим голосом музыку. И то, что я сейчас буду вам показывать, действительно происходит здесь и сейчас. Вы готовы удивляться? Тогда начинаем. 3, 2, 1, go! Некоторые просто не знают, что это как-то переводится, но дайте в любом случае энергию, когда я вот на вас покажу. You like it? Сегодня я немножко приоткрою завесу битбокса и покажу вам работающие губы битбоксера. Итак. Меня вот так вот слышно? Видно? Мы продолжаем. 3, 2, 1, go! Я уверен, сейчас вот некоторые сидят, думают, этому так трудно научиться, это неправда. Это все довольно просто. Сейчас мы вместе с вами научимся этому искусству. Просто повторяйте за мной. Перчик, капуста. Готовы? Перчик, капуста. Перчик, капуста. Громче. Перчик, капуста. И сами себе поаплодировали. Молодцы. Мы продолжаем. И сейчас вашему вниманию я хочу представить уникальнейший предмет. Честно говоря, я до сих пор не знаю, как вы вообще без него живете. Итак, я с превеликим удовольствием хочу рассказать вам о... О
Нет, это не Вантус, это Супер Вантус. Чем Супер Вантус отличается от обычного Вантуса? На первый взгляд ничем, но Супер Вантус можно использовать как креманку под мороженое, как симпатичный фужер под шампанское. Ну, допустим, вы заядлый грибник и в течение нескольких часов ходите по лесу и не можете найти ни одного гриба. Выворачиваем Супер Вантус наизнанку. Заходим в лес, стыкаем. О, пожалуйста, боровичок. Такой боровичок приносим домой, переворачиваем. О, декоративный лысый кактус. Также Супер Вантус можно использовать как спутниковую телевизионную антенну. Если как спутниковая телевизионная антенна Супер Вантус работает неважно, не расстраивайтесь, потому что вы всегда своим друзьям можете показать, как выглядит статуя свободы, и олимпийский огонь можно аплодировать. И это еще не все. Раскручивая Супер Вантус на две части, на нижнюю и на верхнюю, вы получаете внимание не один, а целых два уникальных предмета. Во-первых, нижнюю часть можно использовать как шапочку-неснимайку для своего ребенка. А верхнюю часть девушки могут использовать как мини-скалку у себя на кухне. Но и это еще не все, уважаемые мужчины. Если вы возвращаетесь на два дня раньше с командировки, открываете шкаф и видите там голову соседа, тогда наша организация совершенно бесплатно присылает вам... два супервантуса. Если ваша любимая начинает рассказывать о том, что этот сосед просто заходил починить кран в ванной, потом упал в эту ванну и потом решил погреться в вашем платяном шкафу, вы можете не слушать эти бредни, опустить Супер Вантуса вот так вот пониже, отправиться куда-нибудь на дискотеку, где на вас обратят внимание фрики, женщины, мужчины, все зависит от того, как сильно вы расстроились. Но и это еще не все. Когда у вас есть три Супер Вантуса, вам вообще несказанно повезло. Во-первых, вы можете экономить на цветах любимым женщинам, чего я искренне никому не советую. А еще можете показать вот эту вот веселую штуку под вот эту веселую музыку. Поехали! Всех строительных магазинах города. Дамы и господа, на нашей сцене женщина-юморист Дарья Руднева. Постой, красавица моя. Я прошу прощения, Дашенька, что перебил. Просто хотел сказать, что у вас такой прекрасный голос. Вот, и вы такая красивая. Зачем вас понесло в юмористки? Почему не в певицы? Святослав Игоревич, понимаешь, мне нравится смешить людей. Дашенька, вот я считаю, что вам лучше петь, а не смешить. А я люблю шутить. Я же кубанская казачка. Мне все говорят, что у меня хорошо получается. Ой. Я как что-нибудь рассказываю, люди смеются. Хорошо. Анекдот можете рассказать? Да с удовольствием. Ну-ка. Как называется женщина, которая всегда знает, где находится ее муж? Вдова. Ты что, нарочно? Я сама хотела это сказать. Ой, прошу прощения, вырвалось. Это у меня профессиональное. Я ж о чем и говорю, что каждый должен заниматься своим делом. Это ты на что намекаешь? Я на это не намекаю. Я на другое намекаю. Я намекаю, что я юморист, вы певица. Я должен шутить, а вы пойте. Ах, так? Ну
раз ты такой умный, я сейчас буду петь, а ты хопа и шути. А вот это сейчас не понял, хопа это как? Ну как? Талантливо, ты же юморист. Вдоль по улице метель заметет, за метелицей мой миленький идет. Ты постой, постой, красавица моя. Шути. Дай на пиво денег. Долларов 500. О. На пиво 500 долларов? Что-то многовато. Это пока еще. А во-вторых, где рифма? Где-где? Не надо рифмы. Давай другую. Ой, мороз, мороз, не морозь меня. Отопление. Уж 3 дня. Все ей рифма мерещится. У тебя что, отопление отключали? Небось, спал в валенках. Почему в валенках? Валенки, да валенки, вот они подшиты старенькие. Нельзя валенки носить них сексуальной быть. Это почему это? Вот представьте меня в валенках. И шо? Только в валенках. Да ну тебя! По Муромской дорожке стояли 3 сосны. Содрал гаишник 3-ку и положил в штаны. 3-ку брали, когда меня еще на свете не было. Дашенька, 3-ка – это 3000. Ну, это немало для Кубани-то. Ха, а для Владимирской области тем более. Вместе. Ой-ой-ой-ой-ой. Шути. А, на охоте я без водки, ой, промахнулся. Прям как Киркоров. А тебя-то куда понесло, а? Посеяли беду на берегу, посеяли беду на берегу. Лучше, милая, посей коноплю. Лебеду твою курить не люблю. Что ты не курящий? Да. А давай посидим у речки. А сыграй нам что-нибудь наше, деревенское. Шмель? Васика? Ну, грамушку! Того, что как лошадь он храпит.
знакомок с юмористом. До смешного доходит, а дальше не тру, не ну. Сама просила шутить. Пойду ль я, выйду ль я, да. А что мы не шутим, а? Еще разок. Пойду ль я, выйду ль я, да. Ты что, метроном? Пойду ль я, выйду ль я, да. Замуж за богатого. Старичка Горбатова. Машинка, как будто старая. Калинка, калинка, калинка моя. Не доехала до рынка машинка твоя. Еще. Калинка, калинка, калинка твоя. Примерзаешь мне к спинке и ездишь без ремня. Еще. Калинка, калинка, калинка твоя. А не мое тебе с починки поездить ни дня. Калинка, калинка, калинка твоя. Бестолковая блондинка мне ездит без руля. Калинка, калинка, калинка твоя. Ты бы лучше купила живого коня. Хватит тормозить, всё, хватит. Калине тормоза не работают совсем. Эту истину можно с тобой тормозить. И с красавицей такой все-таки вместе тормознем. Опа! Ещенко. Дарья Руднева. Спасибо, Евгений Владимирович. Да нет, за что. Вам спасибо. Купил в интернете вот такой оригинальный прибор. Называется юморомер. Я его юморометром назвал. Правильно, юморомер. Это пульт от него. Сама машина две комнаты занимает. Говорят, он измеряет чувство юмора. Вот что. Надо бы проверить, желательно молодого артиста. Вот там Алексей Буховцов бамбук курит. Можно, Лёш? Вот, как я говорю, лицо современного артиста. Хочешь проверить чувство юмора? У меня прибор есть. А что делать надо? Это пульт. Ага. Пульт. Давай. Ну, ты ничего не делай. Ничего вообще? Стой просто и все. Ну, давайте. А я сейчас включаю юмороморное поле. Что-то не так пошло, этого быть не должно. Алло, гараж. Лёша, а? Ты себя нормально чувствуешь? Нормально, чувственно. Но кружева головица. Голова кружится? А почему ты говоришь все наоборот? Наоборот. Эффектно и странно, а? Да, странный эффект. Все наоборот, говорит. Надо же. А ты помнишь, кто ты такой? Я-то кто? Да, ты кто? Пальтонь в коньто. Ага, очень приятно познакомиться. А как тебя зовут, ты помнишь? Зовя минут Буховий Алексов. Буховий Алексов.
Какая прелесть. А кем ты работаешь? Я юморю роботистом. Работаешь юмористом. Ох, как интересно закручивается. Все наоборот. А с памятью у тебя все нормально? С нормальностью все понятно. А можешь вспомнить какой-нибудь стих? Давай, возьми табуреточку. О! Как ты привык в детстве. Давай, какой-нибудь стих вспомни. Нет, это не стихи. А. И а не стихи. У морелук я ел дубонный. Цепная злась на то меду. Ночом и днем ю уч котеный. Хоть все дит по круги цепом. Подожди, подожди, не убирай. А песенку можешь какую-нибудь спеть? Жалапусты! Жалапусты, какая прелесть! Но у меня просьба. Пусть это будет веселая песенка. Веселая веселка? Да, веселая, веселая веселка. Жалапусты, пожалуйста. Ёлоньки малечкой зим над нахладой. Из елу лесочку дом ли мы взятой. Весы побосили хорли в столовом. Встретила, встретила весем годы нов. Встретила, встретила весем годы нов. Молодец. Молодец. Назови, пожалуйста, как ты сказал, жалабуста, да? Жалабуста, жалабуста. Да, жалабуста. Назови, пожалуйста, эстрадных певцов. Киркор Филиппов, Леонтий Валерьев. А, ну, конечно, Леонтий. Лещ Левченко. Тоже знаем. Била Диман. Била, да? Да. А кто ее била? Диман. Милята Лялявская. О, да, она такая лялята. Михаил Стасов. Стасов, конечно, Михаил Стасов. Военно Елинга. Елингу, да. Знаешь, да? Ага. Все? Все. Да. Угу. Назови, пожалуйста, жалобуста, писателя юмориста. Измаил Леонов. О. Задор Михайлов. Жванец Михайлов. Это последние братья? Фамильные Одновцы. Одновцы. Да. Ну хорошо. А поэта Пушкина, наше все. Как звали? Сергей Александрович. А, ну да. А поэта Есенина? Александр Сергеевич. Все наоборот получается. А нашего президента как зовут? Владимир Владимирович. А, вот это правильно со всех сторон. А теперь припомни, пожалуйста, усложняю задачу. Припомни, пожалуйста, какие-нибудь сказки. Жалапуста. Рябочка кура, петушной золоток, сапог в кота, утки гаденок, снежнобелка и гнома все. О, как закрутил, а? Шапная красочка. Но это самое популярное. О, самое популярное. Ну что, достаточно. Включаю возвратный режим. Раз, раз. Евгений Ваганович. О, Евгений Ваганович, что показал ваш этот хрен... юмарометр? Прибор определил, что юмство чувства... чувство юмора
У тебя работает. Теперь надо на сцене его проявлять. А можно аккомпаниатора позову? Конечно, зови. Михаил Смирнов, можно тебя, пожалуйста? Очень приятно познакомиться, Сихаил Ваганий Евгеньевич. Мои соболезнования. Итак, выступают Бухови Алексов и Сихаил Мирнов. Веселая веселка. Ой, извините, веселая песенка. Долгожданной подушке я тихо прильну, представляя, как скоро я сладко усну. Где-то дрель отзовется, зазывно звеня, добротою наполнив внезапно меня. От зари до зари, от темна до темна, у соседей ремонт, мои нервы как струна. Дрель на время затихнет, пытаюсь поспать, посчитаю барашков 1, 2, 3, 4, 25. Топот сверху раздастся, ног большое число, словно стадо баранов к соседу зашло. От зари до зари, от темна до темна, стал однушку сосед, сам уехала на юга. После ночи бессонной я подумал с утра, мы должны быть добрее, всех спасет доброта, всех известных соседей я к себе пригласил, напоил, убаюкал и всех спать уложил. Спи, сосед дорогой, баю-баюшки баю, по-соседски я сейчас колыбельную спою. И когда все уснули, тихо дверь отворил, музыкальную группу я к себе пригласил. Hi, everybody. Nice to see you here. Они взяли гитары. One moment, we shall do it right now, yeah. И прибавили звук. Oh, wait. Колыбельную песню заиграли им вдруг. Давай, Мишаня. She's got it! Yeah, baby, she's got it! Yeah! I'm your Venus, I'm your fire! Спи, моя радость, усни!
Ребята, давайте жить дружно, а? Ну, раз ты с гитарой, что-нибудь бабахни, как говорят? С бацей что-нибудь. Помнишь, как он пел, Разумовский? Буц, бубуц, буц, бубуц, буц, бубуц. У меня не буц, бубуц, у меня бдыщ. Почувствуйте что, разницу. Что у тебя? Бдыщ у меня. Ну, давай бдыщ. Экономит весь народ, кризис сильно ломит. Я на этот Новый год буду экономить. В магазины не хожу, не скупаю палтус. Вместо елки наряжу фикус или кактус. Носовой платок куплю теще для подарочка. И ребенку подарю чупа-чупс на палочке. Про жену я тоже помню, на конфетку Верка. Вот на чем не экономлю, так на фейерверках. Бдыщ, 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 8000. Ура! Бдыщ, 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 еще 8000. Бдыщ, 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 бдыщ. Я на фабрике тружусь, детская игрушка. Производим мы на ней петарды и хлопушки. Но начальство к нам подходит со своими мерками. Всю зарплату выдает только фейерверками. Бдыщ, 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 8000. Это аванс. Бдыщ, 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 еще 8000. А это зарплата. Бдыщ, 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 бдыщ. И квартальная премия 1040. Удивительно живем мы в стране могучей. Каждый год все время ждем, что все станет лучше. Очень редко мы себя радуем подарками. Жизнь у нас как фейерверк, быстрая, но зараза яркая. Do anybody speak English here? No. Thank you. Top drunk. Top drunk в переводе на наш язык означает абсолютно нетрезвый. Top drunk. Сергей Кобликов. Thank you.
Женская сумочка. Эпиграф. В женской сумочке целый космос. В этом хаосе свой порядок. Но найти будет очень непросто что-нибудь, если срочно надо. По своим там плывут орбитам телефон, записная книжка, выплывает жвачка с ксилитом, сувенирный плюшевый мишка, сигареты, брелок, салфетки, авторучка уже не пишет, недоеденные конфеты и опять же плюшевый мишка, женская сумочка. Хочу в круиз, где бронзовые люди. Хочу туда, где ездят на верблюде. О, и от любви качает теплоход. Ага. Кран, паспорт, страховка. Страховка. Билеты. Муж. Все, поехали, поехали, а то опоздаем. Да куда поехали? Ты из такси еще не звонили. Ну, а вдруг выйти не успеем? Ну, позвонят, выйдем, что зря на улице торчать. Ну, а вдруг пробки? Какие пробки в лифте? Пробки вылетят, и лифт застрянет. Зайчик мой, я вообще не понимаю, чем мы с тобой на лифте ездим? Мы живем на втором этаже. Ой, тебе этого вообще никогда не понятно. Конечно. Такси, телефон, где телефон? Телефон! В сумочке, во! Точно! Сумка! Да где же этот телефон? А я вообще не понимаю, чего у тебя до сих пор бицепсы не как у Шварценеггера. Столько с собой таскаешь. Вот он. Ну, слава богу. А, нет, это старый. Да. Слава богу, нашелся. Думала, потеряла. А, смотри-ка, пульт нашелся. Что ты говоришь? Может, у тебя еще и батареечки к нему есть, а? Очень смешно. Ну, да, конечно. Да где же этот телефон? О, весы. Господи, дорогая, ну весы-то тебе зачем с собой? Ну а как я, по-твоему, буду взвешиваться? Безменом? А я вообще не понимаю, для чего тебе так часто взвешиваться? Ну, в отличие от некоторых, я занимаюсь собой. Мне нужно знать, сколько я скинула. Ну да. Ты спрашивал. Я думаю, что у меня машина не заводится, а? Да где же этот телефон? Кажется, это он. А, нет. Это мы у Людки оторвали, чтобы она бывшему не позвонила. А, вот и Людка. Что? Вот. Да где же этот долбанный телефон? Ты знаешь, телефон? Я недавно смотрел по каналу Discovery, как кротов из норки выгоняют. И что? А туда просто в норку водичку льют, и они сами всплывают. Берегите, сударь. Это-то тебе зачем? А вдруг маньяк в лифте не из мечты попадется? Все, я понял, понял. Маркиз, так ты не убежал позапрошлом году? А что ты ел? Вот как. Может, у тебя там пельмешки есть, а? А тебе все издеваться. Чай будешь? Слушай, а может быть, у нас в прошлом году машину-то вовсе и не угнали, а? Ты глянь-ка там в сумочке как следует. Может, на донышке где-нибудь завалялась, а? Сейчас посмотрю. Да, там, поглубже где-нибудь.
Алло, такси? А, нет, нет, поедем. Нет, багажа не будет. Поедем налегке. Я свободен, словно птица в небесах. Иногда уже после титров какого-нибудь нашумевшего боевика или фильма, в которых участвует каскадер, ну там какая-нибудь Индиана Джонс, обычно в конце показывают кадры, как это было снято, как это получалось или как это не получалось. Знаете, вот мы как раз сейчас и хотим показать вам нашу кухню. Хотите посмотреть на это с другой стороны? Внимание. По списку дальше. Держи аккумулятор. Цветы. Не помню. Что? Пульт. Туалетная бумага, по-моему, на. На, держи. Шампанское. Где реплику? Реплику дай. Что мне вытаскивать? Что вытаскивать? Сковородка. Наконец, главный трюк. Главный трюк, пожалуйста. Как это было? Поехали! Просили развернуть. Поехали! Рубрика «Читаем Петросяна». Том 16. Издание 8 дополненное. Исполняет Алексей Егоров. Сейчас столько тварей развело. И главное, все такие разные. И все такие твари. Я постоянно наготове. Вон у меня соседский дед на диване лежал, так к нему в ухо паук залез. Спрашивается, что эту тварь туда поволокло? Может быть, что-то сказать хотел? Ну, в результате у деда сотрясение мозга. Ну, он час башкой об стол бился. Хотел паука вытрясти. Вытряс из другого уха. Сколько тварей развелось. Ну, на днях вот купил килограмм грецких орехов. Все пустыми оказались. Все. Последний расколол, оттуда червяк вылезает и говорит: «Обидно, да?» Нет, может быть, мне и показалось, что червяк со мной заговорил. Но действительно обидно, да? Я теперь каждую тварь стороной стараюсь обходить. Вот если, скажем, дорогу переползает улитка, я останавливаюсь. «Ползи, ползи! Ты ж, сволочь, торопишься!» Скотина рогатая. У вас в доме мыши есть? У нас нет. Их крысы съели. Я терпел, потом зарядил 3 медвежьих капкана на крыс. Ночью слышу, как щелк и такой протяжный писк. Ну, я с кровати вскочил, думаю, ага, попалась голубушка. Лежит. Огромная такая. Свет включила эта теща. Она, видишь ли, в 2 часа ночи вспомнила, что зубы не почистила. Сколько тварей развелось. Сижу, обедаю, смотрю, в супе муха плавает. Бассейн себе нашла.
Махнул я со всего размаху ложкой ей по башке. Хрязь! Она под кусок мяса шны, без акваланга. Аж брызги по всему столу. Ну, не буду же я есть суп с мухой, правильно? Я его зятю отдал. Ну, он любит всякие там экзотические блюда из китайской кухни. Кузнечики табака, пиявки под майонезом, жаба в собственном соку. Мне говорят, что ты пристал к ним, к этим тварям? Они же маленькие. Маленькие. А неприятности от них большие. Вот недавно соседка завела себе в ванной маленького крокодильчика. А к ней из деревни брат приехал и пошел мыться. Крокодильчика увидел, подумал, это мочалка такая современная. Пока он крокодила намыливал, тот терпел. Пока он крокодилом спину тер, тот приглядывался. Когда мужик носом крокодила пупок чесал, тот уже выбрал. И только крокодил пасть открыл, мужик на мыло наступил. Слава богу, крокодила волной отбросило. Вам ха-ха, а между прочим, мужик теперь каждой мочалки боится. Прежде чем взять мочалку, он кусок мяса ей бросает. Ха-ха. Неделю назад купил пакет риса. На следующий день смотрю, пакет пустой. А от полки с пакетом до дырки в стене муравьи стоят цепочкой и как китайцы на субботнике. Зернышко по зернышку передают мой рис в закрома своей родины. Я сгреб муравьев в кастрюлю и говорю им, если не вернете, негодяи, мой рис, я из вас кашу сварю. И вы знаете, что-то в природе такое существует. Они меня поняли. Они мне и рис вернули. И от соседа еще полмешка гречки натаскали. Вот так вот, с ними уметь надо. Летом как ночь, так комар. Бзз, бзз, над ухом. Бзз, свет включаю, нет комара. Выключаю опять, бзз. Включаю, всю квартиру обшарил, нет кровососа. Оказывается, пока я по квартире скакал, он у меня на спине сидел. Ковбой. А я ему не донор, чтобы каждые 5 минут кровь сдавать. Ну и потом, у комара ведь хоботок не одноразовый. Он его в кипятке не стерилизует. Я специально к врачу ходил, спрашиваю, можно ли от комара заразиться СПИДом. Врач на меня посмотрел. Говорит, а тебе что? Девчонок мало? Я ему говорю, да нет, меня девчонки не интересуют. Меня интересует комар. Ну, он ни с того, ни с сего на меня как закричит, говорит, а ну, пошел вон отсюда, извращенец. А сам в обморок упал. Вот до чего эти твари людей доводят. А вы говорите, они маленькие. Они не маленькие, они большие. Ужас просто, сколько тварей развелось. Эх! Раннее утро. Птички. Утки. Пруд. Все еще спят. Все садоводство еще спит. Некоторые еще не ложились. Но одна пара уже здесь. Ранние пташки, соседи. Он и она.
Красота-то как! Ой! Тише рыбу распугайте! Опа! Василий Петрович! Оу! Василий Петрович! Ну, потише! Всю рыбу мне распугаете! Тише! У меня к вам разговор! Ну, давайте! Я хочу поговорить с вами о наших детях! Что? Какие-то у нас с вами дети! У нас с вами никаких детей нет! И потом, между нами вообще ничего не было! Вот кроме того случая, в 85-м году, под яблоней! Вы меня не поняли! Речь идет о моей дочери Танечке и о вашем сыночке Павлике! Че он натворил? А тоже! Что и вы пытались в 85-м году под яблоней. Но в отличие от вас, у него все получилось. Как вы мне можете толком сказать, что произошло-то? Как вам помягче объяснить? Ну, давайте объясняйте. Вот вы картину «Грачи прилетели» видели? Ну, конечно, видел. Так вот представьте, что вместо «Грачи» аисты. Не понял. Как тут непонятного-то? Моя Танечка в залете. А, поздравляю. Че, куда-то летит, да? Уже прилетела. А. Пилот ваш Павлик. Через 9 месяцев на борту появится новый пассажир. Как вы мне можете толком объяснить, что произошло-то? Вот тут признался Ленский. Василий Петрович, вот представьте, что ваш Павлик – это карась. Но. А моя Танечка – вобла. О, представил. И у нас скоро с вами будут вобларасики или карасёблики. Ну-ка, дыхните. Сними с ручника, папаша. Кого находит в капусте? Кочерыжку. Из-за вашей кочерыжки появляются детишки. Так. А вы мне можете честно сказать, что вы сегодня употребляли, а? Я тоже хочу. Я с утра пью валидол. Ну да. Потому что я сна на нервах. Да. Последний раз я так нервничала давно. Ну и когда же? В 85-м году. Под яблоней. А я тогда, между прочим, ради вас накрасила брови и выщипала глаза. Чего-чего выщипали? Глаза. Ой, наоборот, накрасила глаза и выщипала брови. А теперь нормальным русским языком объясните. Чё вы от меня-то хотите? Моя Танечка беременная! А, так бы сразу и сказали. А то летит в залёте. Бедная девочка всю ночь жрёт солёные огурчики и рассольчиком запивает. Ну да. Короче, поздравляю вас, папа Карло. Чё это сразу обзываться-то? И чё это я и папа Карло? Потому что вы отец того Буратино, который сунул свой нос в наш очаг и оставил там занозу. Да мой Павлик вашу Танечку пальцем не трогал. Может, пальцем ты не трогал? Ну, за другие части тела я бы не ручалась. Подождите, у меня, кажется, клюет. Ну, давай, миленькая, давай, моя хорошенькая. Вот зараза-то, а? Что, сорвалась? Крючок сломался. Ну, то же самое случилось с вашим крючком. В 85-м году под яблоней. Чего ко мне пристали со своей яблоней, а? Вообще уверены, что это заноза от Павлика-то, а? Кого же еще? Не знаю. Он за моей Танечкой всю жизнь по пятам бегал. Ну да. Она в институт, и он в институт. Она на танцы, и он на танцы. Она по мужикам, и он по мужикам. Что? Короче, я считаю, если ваш Павлик порядочный мужчина, он должен кое-что сделать. Ну хорошо, хорошо. Пускай он вас в огороде сорняки повырывает. Я бы ему сама пару сорняков повыдергала. Чего? Как вы думаете, что делает порядочный мужчина, когда его девушка оказывается в положении? Ну и что? Подсказываю, слово на букву Ж. Ноже. 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 О, желают ей счастья. Я сейчас выйду из себя. А я из себя выходила. Всего один раз в жизни. В 85-м году под яблоней. Вот представьте, что ваш Павлик пришел в булочную. Но. Пощупал булочку. Но. Надкусил. Все изюминки повыковыривал. Естественно, обязан ее купить. Бедный мальчик. Ему ж всю жизнь вашу булочку жрать придется. Ничего страшного, не подавится. А. Как говорится, сделал дело, женись смело. Вот вы свое дело не сделали в 85-м году, я к вам и не пристаю. Да ваша Танечка тоже не принцесса. Между прочим, моя Танечка в полном соку. Ой, любая женщина до свадьбы в соку. А через 10 лет доширак. Быстро, надежно и недорого. Знаешь, Василий Петрович,
Хватит шлангом прикидываться. Короче, либо ваш Павлик женится, либо я на вашем огороде все огурцы понадкусываю. Ну, ладно, пускай женится. Хотя я считаю, что в наше время брак — это жалкая, бесполезная вещь. Знаешь, Василий Петрович, вот жалкую, бесполезную вещь я видела всего один раз в жизни. В 85-м году под яблоней. Слышать вас больше не хочу, а? Ну вот жабы пучеглазая. Василий Петрович, да чего вы разнервничались-то? Ну да. Я пошутила. Ага. Разыграла вас. Что значит разыграли? Ну-ка. А то просто сегодня моя танечка была с Будуна после дня рождения. А как бы сразу, а то летит. Где она была вместе с вашим Павликом. Да. Да, вот ее на рассольчик ты пробила. А ваш Павлик-то тюфяк. Чего это? Он, как и вы, так холостыми стрелять умеет. А что тогда ко мне прицепились? Прицепилась. А ты покукуй, как я одна 30 лет под яблоней прицепилась. Василий Петрович. Чего? А не пойти ли нам, а? Чего? Не посидеть ли нам под яблонькой, Василий Петрович? Что? Не тряхнуть ли вам стариной, Василий Петрович, а? Чем мне тряхнуть? А тем... Чем вы не смогли тряхнуть в 85-м году под яблоней? Да ну вас в баню! Василий Петрович, куда Василий Петрович? Пойду яблоньку потрясу! Василий Петрович, куда Василий? Вот опять взорвался! Вот хороший мужик, но не орел! Нет! Не орел! Орел? В самом начале 2000-х годов ко мне пришел молодой человек, звали его Алеша, и мы начали с ним работать. Он стал моим автором. Мы с ним выпустили очень много работ, довольно ярких. А потом у нас началось «Кривое зеркало», и многие главные спектакли написал этот автор. А сейчас он выходит на сцену. Алексей Щеглов. Перед Новым годом усадил за стол своих детей. Говорю: пишите письма Деду Морозу, кто что хочет в подарок. Ромка говорит: пап, а как пишется PlayStation с восьмиядерным процессором, 4G-модулем и терабайтом памяти на жестком диске? Я говорю: сынок, вот то, что ты сейчас сказал, правильно пишется так. Плюшевый зайчик. Митя, в прошлом году я просил планшет, а Дед Мороз подарил мне конструктор. В этом году пусть подарит мне денег, я сам все куплю. Соня говорит: а я мечтаю, чтобы у меня ноги были, как у обезьяны. Я говорю: зачем? Соня: ну, руками можно уроки делать, а ногами в это время на компьютере играть. Я слушал детей и тихо завидовал. У меня в детстве был один единственный гаджет. Это игра, где волк ловил в корзину яйца. Помните, такая была? А сейчас у детей чего только нет. Компьютеры, смартфоны, игры, интернет. Они сейчас такие продвинутые. Митя спрашивает: пап, а когда ты был маленький, какой у тебя был ноутбук? Я говорю: сынок, у меня не было ноутбука. Ну а мобильный у тебя какой был? И мобильного не было. Ну а планшет-то хоть был? Не было. Пап, ты чё, беспризорником был? Соня рассуждает: так, бабушку зовут Настя, значит, полное имя Анастасия. А мамину бабушку зовут Клава. Клавиатура, что ли? Сейчас время такое. Дети сначала начинают ходить, потом говорить, потом заводят аккаунты в соцсетях. Митя заканчивает первый класс. Написал ВКонтакте: ура, мне осталось учиться неделю и 10 лет. Соня на уроке физкультуры пыталась прыгнуть через козла, ушиблась, набила синяк.
выставила в Инстаграм фото с надписью «Первый козел в моей жизни». Иногда бывает, купишь ребенку какой-нибудь гаджет и думаешь, зачем я это сделал? Соня слезно просила на день рождения смартфон. Подарил. Она визжит от радости, вертит его в руках. Я говорю, а поцеловать? Соня с нежностью целует смартфон и убегает. В наше время как было? Детей со двора домой не загонишь. А сейчас детей из интернета во двор не выгонишь. А однажды в выходной на несколько часов во всем доме отключили свет, и интернет накрылся. Дети сначала маялись, потом гляжу. Соня взяла карандаши, начала рисовать. Ромка открыл книжку, стал читать. Митя сел собирать конструктор. Через какое-то время говорю, может, пойдем во двор погуляем? Только собрались, Ромка кричит, пацаны, отбой, Wi-Fi заработал. От интернета сейчас никуда не деться. И когда дети в нем сидят, за ними нужен глаз да глаз. Ромке задали по природоведению рассказать про ягоды. Он набрал в интернете «клубничка». Выскочило 2000 сайтов про клубничку и ни одного про ягоды. Подарил Мите на Новый год планшет. Митя сидит с планшетом и общается с бабушкой через Skype. Кричит, пап, тебе принести бабушку или ну ее нафиг? Соня плохо себя ведет. Говорю ей, все, больше никаких игр, никакого интернета. Соня с обидой смотрит на меня и говорит, вызывай аиста, я улетаю обратно. Митя подошел ко мне, говорит, пап, а как я родился? Я говорю, тебя мама родила. А ты тогда здесь при чем? Я говорю, ну, я в процессе участвовал. А как участвовал? Я говорю, спроси у мамы. Митя, ох, что-то вы, предки, не договариваете. Берет в руки планшет. Окей, Google, как делают людей? Видео. Мы часто говорим нашим детям, ну что вы уткнулись в свои телефоны, планшеты? Вот в наше время мы играли во дворе в прятки, в казаки-разбойники, лазали в сад за яблоками. Все верно, но это было наше время. Технический прогресс не остановить. С каждым годом будут выходить все новые и новые гаджеты, и каждое новое поколение детей будет более продвинутым. Но иногда так хочется, чтобы во всем доме почаще отключали свет. Спасибо! В последнее время звезды эстрады все больше не поют, а в основном сидят в жюри и судят других. А так бы хотелось услышать настоящих звезд, чтобы жюри запело специально для вас. Поющее жюри звезд эстрады. Говорили, что у Витька дружба на, убежала от Витюши жена. Хоть по мне, так это счастье она. Уж давно пойти должна была на. Но он, Витек, переживал это очень. Ходил под окнами ее поздно ночью. Хотел влезть даже на балкон, хорошо, что смог психиатр отговорить. А вот с друзьями он общаться не хочет. Меня вообще вчера назвал грубо очень. А что ко мне она ушла, это ж точно не может дружбе повредить. Мы с мужем едем.
никто ни в чем не виноват. Я купил себе дом у пруда в Подмосковье и залез в ипотеку, я весь с головой. С той поры у меня ни минуты покоя, окатил меня кризис своею волной. С той поры у меня ни минуты покоя, и какой может быть с ипотекой покой? А белый лебедь на пруду качает павшую звезду, с ним лебединую я песенку пою. Чтобы прогнать тоску и грусть, я с ипотекой разберусь. Возьму второй кредит и с первым расплачусь. Почему так жесток снег засыпает мои следы? Почему так жесток дождь мочит перья поток воды? Почему так жесток смог стразы пылью запорошил? Почему так жесток град, он корону с меня сбил? Почему так жесток гром заглушает, как я пою? Почему так жесток туман, в нем не видно красу мою? Почему так жесток смерч оторвал и унес мой шлейф? Ты ответишь, гидромедцентр, за жестокость своих друзей. Без меня все было бы не просто, без меня не так сияло б солнце, без меня погасли б в небе звезды, без меня. А без меня вы все мои родные, без меня скучали б и грустили, без меня с ума бы посходили, без меня. И даже я не смог и дня прожить бы без меня.
работает в суде, удивляет там он всех людей. Добрый он всегда, только лишь зимой, а весною почему-то злой. Непременно в зимний он сезон, никого сажать не хочет он. А зима к концу, он тогда другой, требует всех посадить весной. Прокурор, прокурор, кем же раньше ты был? Покажи-ка быстрей свой диплом. Прокурор, прокурор, все понятно с тобой по диплому, ведь ты агроном. Кошелек, но надо как-то возвращаться во Владивосток. Выходим, выходим, выходим на трассу и таксиста ищем. Цель называем, таксист отвечает: Владивосток 2000. Отходим, отходим, отходим и деньги по карманам ищем. Трудом собираем, таксист отвечает: Владивосток 3000. Ой, а что это такое вытворяется? Отчего столько бабушек толкается? С боем бабушки, смотри, пробираются к двери. Это очередь к врачу называется. Ручки бантиком, ножки домиком не даст аллергик проскочить гипертонику. Тех, кто очередь к врачу смог отстоять, без осмотра можно в космос запускать. Я московский не брежу дворами, и Россию люблю я до слез, и свою гимнастерку ношу я годами, в сапоги я практически врос. Говорят, что пою я негромко, что вокал мой не очень-то крут. Говорят, что на песни такие девчонки вот уже 200 лет не клюют. Пусть у других огромный диапазон, пусть существует кобзон, сопрано и тенора, но я зато могу тихонько запеть, и мне всегда подпоют ребята с нашего двора. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. 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 Ла. Спасибо.
телом мы кочуем, на формат мы не глядим. И в ток-шоу и танцуем, и в жюри мы посидим. Быть артистом так непросто, нужно в тренде быть всегда. Если зритель смотрит часто, значит ты суперзвезда. Мы отличные артисты, мы на сцене много лет. До сих пор всех паранистов вдохновляет наш портрет. Никогда не расстаются с нами музыка и смех. Если зрители смеются, значит это наш успех. Просят и все-все-все, кто украшал с собой экран. Все-все-все-все, кто в этот вечер с нами был, нам настроение дарил, кто развлекал нас и шутил, а также пел и говорил, и декорации носил. И вот Евгений Петросян и все-все-все пакует шутки в чемодан. Все-все-все-все, он смех всегда берет с собой, прощаясь, машет нам рукой. До встречи, зритель дорогой!